Для Покровського району питання децентралізації та добровільного об'єднання територіальних громад стає все більш актуальним. Неабияк хвилює воно зараз і жителів Першотравневої сільської ради, які усіма силами хочуть відстояти свою думку і право вибору. Год уже бьемся, да, было две сессии. На каждую сессию нас заставили обойти, собрать голоса. То есть на первый обход людей по домам был, собрали голоса, нам сказали, это недействительно. Недействительно, мы подключили инициативную группу, собрали инициативную группу, в которой меня выбрали главу инициативной группы. Мы попросили Викторию Викторовну, чтобы она присутствовала на каждом обходе. Она сама написала графики, сама написала полностью обходы, какое время. Ну все, полностью назначали. Мы согласились с тем, как они утвердили. После обхода, когда люди, получается, 79% проголосовало за присоединение в Покровскую объединенную громаду с центром вместе Покровскую, проголосовало 79% населения. Это с трех сел – Котлина, Троянда и село Першотравня. Вот. За присоединение к СМТ «Удачное» проголосовали 21% и удержался 1%. На что депутаты на сессии категорически проголосовали против народа. Они проголосовали, выдвинув свое мнение личное. Люди были недовольны, соответственно, мы подготовили документы, подали это все на суд. Судове засідання, як говорить Вікторія Анатоліївна, переносилося тричі. І лише після двох місяців перерви, 14 грудня 2017 року, було прийнято рішення. Было решено скасовать решение в апреле месяце сессию и августскую сессию. Скасовали, признали незаконной. Вот. Мы очень все рады. Я же говорю, опять-таки, наголошую на том, что депутатам, всем депутатам других сел, идите за так, как хотят люди, потому что все равно люди добьются. Посмотрите на наш пример. Мешканка села Першотравня Валентина Соболь вважає, рішення суду справедливе. А чому депутати сільради не врахували бажання жителів під час голосування на сесії, не розуміє. Сільська рада не діє на наші рішення, хоча сільський голова ходила з нами і збирала підписи по всіх вулицях. Вона не вірить тепер навіть своїй руці, що вона підписувала. 85% проголосували, я вважала, за Покровськ. Вони все перевернули. Під час сьогоднішніх громадських зборів на порозі Першотравневої сільської ради жителі всіх трьох сіл висловлювали свою позицію щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Городу Покровску. Потому что здесь у нас идет полное бездействие. Нам ничего не дают, нам ничего не делают. У нас начали дорожку делать, бросили. Начали свет делать, бросили. Мусор начали, бросили. Все это, все бросается на полпути. До людей обращение свинское. Почему к Удачной не хотите присоединиться? Удачно есть инфраструктура? Есть? Объясните мне, пожалуйста. Там есть милиция, там есть скорая, там есть все. В Удачно у меня лежачий дедушка. В Удачно его отправили. Вызывайте скорую с Удачно. Это как? Вот город, пожалуйста. Мы в город обращаемся, и в больницу обращаемся, и милиция к нам приезжает городская, и даже пожарные приезжают городские. А оттуда кто нам приедет? Никто. А наше мнение, что большинство людей было за город, у нас никто не послушал. Городу, конечно, городу, потому что мы рядышком с городом. И вышли в город, поехали в магазин, рынок, в больницу. Ну все, рядом с городом мы. Так что только к городу. Конечно, к Покровску. Конечно, к Покровску. Вы что? Сейчас поедешь в Покровск, душа радуется, кругом порядок, дерева обрезаны, асфальт роблят, все ремонтируют. Душа радуется. За 25 лет. Где наши гроши девались за 25 лет? Где они девались, что мы ничего ни в Красноармейску не робилося, ни тут не робилося. А теперь, как кажуть, жареным запахло, сразу начали все робить. И что же они роблять? Они починали и ничего не кончают. Что же они роблять? Вот, так что только до Покровска и здоровья тому Трибушкину. Где он у Бога взялся для нас? Это просто нам Господь послал его, честное слово. У нас людей много запугали. Наши депутаты запугают людей. Угрожают. И они много уже людей угрожали. Некоторые, те, что были за Покровск, уже
как говорят, ни туда, ни сюда. Они вообще никуда не относятся сейчас, потому что их запугали. Думка практично всіх присутніх на зборах була одностайна – приєднатися до Покровська. Ми скільки зустрічалися з Русланом Валерійовичем, нам понравилася його програма. Він розповів нам, як, що буде, як ми приєднаємося до села. А обіцянням Трибушкіна вірите? Вірю. Я йому вірю, як собі. Вірю, як собі. Я йому вірю, тому що, обратились, у нас є аварійні дома, 3 двухэтажки, аварійні. Вот мы к нему обратились, помогите, потому что нас на баланс не хотят ставить сельский совет. А люди сами не могут этого сделать. Пожалуйста, поедьте, посмотрите, перекрывается крыша. Тепер жителі Першотравневої сільської ради, довівши свою правоту в суді, мають намір якнайшвидше завершити почату справу. Будем подавать опять-таки в суд или писать в ЦВК на снятие депутата, потому что процедура уже запущена, мы это не оставим просто так. Мы подаем в суд на снятие депутата. Я так думаю, что все-таки суд пойдет на нашу сторону, потому что люди просто будут штурмовать все везде у нас. Вы же видите, нас просто так это не спустят. Сказали к городу люди, значит будут к городу. Это наука всем депутатам. Всем головам сельской рады, которые идут против народа, это вам наука всем. Мы все равно выстояли, мы победили в этой борьбе и победим дальше, а вам всем наука. Все равно жители победят.